Приветствую, дорогой мой зритель, и сегодня мы послушаем группу Baby Metal. Меня попросил один из подписчиков послушать именно этот лайв выступление. Песня называется «Будь МС» в переводе на русский, потому что я английский название песни BXMXC не понял, поэтому поискал перевод именно название песни. Перевод текста я тоже прочитал. Ну, давайте послушаем его и окунемся в тяжелый каваи метал рок. Поехали. О, это прям тяжелый будет. Я, кстати, первый раз слушаю прям еще жестче от их исполнения метал. Круто. Хип-хоп подъехал. Молодцы. Для меня, если честно, жестковато. Чуть-чуть именно инструменталка. Даже не чуть-чуть, а на октаву жестковато. Но крутое чистое исполнение. Хип-хоп. Лайк за хип-хоп сразу. Удачный концерт. Сразу видно, это понятно. Круто все исполнено. Для меня, может быть, чуть-чуть слишком громко. Хотя иногда хочется такое послушать. Раз в неделю. Хотя у Baby Metal
есть треки, которые я слушал полегче, которые мне очень зашли, но этот трек почему-то, мне кажется, не мое. Были моменты хорошие, опять же, я про хип-хоп, но музыкалка чуть-чуть не для меня. Именно для меня слишком жестковато. Думаю, я так. Мое первое впечатление. Хотя, может быть, еще раз послушать. Я оставлю себе в плейлист. И когда захочу такой жесткий-жесткий рок, который под стать металлу, и тут все правильно сделано, обязательно послушаю их. Потому что металл бывает еще хуже в плане сильности звуков. Это про меня, то, что я не люблю очень жесткий металл. Вот так вот. Пишите в комментариях, как вам трек, вам обязательно он зайдет, а для меня, ну, не мой трек, я думаю, мне кажется, к сожалению. Всем до скорого, пока-пока, увидимся на канале.